Вы слишком близко. Мисс Фрай, надеюсь, вы нашли его. Убийство в особняке? Людей продолжают убивать, мисс Фрай. Я не могу вечно покрывать вас и братство. Свидетели видели кого-то похожего на вас. Мне бы вас задержать. Уиверсбрук Паблишинг. Человек с фотографией владелец этой газеты. Мисс Фрай! Я поймаю потрошителя, инспектор. Но сначала мне нужно найти мистера Уиверсбрука. Сюда, чтобы вас не видели. Мистер Уиверсбрук живет у собора Святого Павла. Идите. Мистер Уиверсбрук, лучшая зацепка. И спасибо инспектору, полиция меня пока не ищет. Не следует злить констеблей, если я хочу иметь их в союзниках. Я помогу. Все, что пожелать. Есть все, что вам нужно. Надеюсь, вы вернетесь. Где-то я ее видел. Я всего лишь продолжаю начатое потрошителя. Когда все шлюхи будут мертвы, в этом районе станет чище. Не спускай с нее глаз. Красавчик, куда мне выпить? Вперед! Тормозите! Давай. Вот так. Ну, давай. Иди на скачку! Тише. Конечно, я рада помочь.
Я так и знал. О, нет. Мне это наскучило. Мне нужна помощь. Черт! Как где это? Долго не протянет. Разомнемся. Он пришел! Кать! Вот черт! Беги! Что вам? Я ищу потрошителя. Нет! Уходите! Потрошитель все видит и все слышит! Меня зовут Иви Фрай, я вам помогу. Сестра мистера Джейкоба Фрая? Да. Расскажите про них. Их нет, похищены. Мертвы, прошу. У потрошителя мой сын. Он убьет его. Я непременно найду вашего сына, сэр. Но вы должны пойти со мной. Идем. Я отведу вас туда, где последний раз видели моего сына. Расскажите мне о письмах. Я показал полиции одно, подписанное Джек Потрошитель. Из сотен, которые они изучили, это больше всего походило на подлинное, и мы напечатали его. Скотланд-Ярд был в отчаянии. Они надеялись узнать его по почерку. Не вышло. Потом я получил это. Ты решил, что очень умен, когда обратился в полицию. Я знаю, что ты задумал, и поверь, я покончу с тобой. Если поможешь им, жена получит по почте твои уши. Поможешь и умрешь. Искренне твой, Джек Потрошитель. Я опубликовал еще два, пока мистер Фрай и мой сын не убедили меня прекратить, несмотря на риск. Мой мальчик был блестящим журналистом, а сейчас я потерял его. Вы узнали из писем что-то полезное? Только то, что они подлинные. И что этот демон забрал моего сына. Страх очень мощное оружие. Он лишает нас разума и причиняет боль. Поэтому Джек и написал эти письма. Он не должен победить. Похоже, вы знаете это чудовище. Знаю и убью. Так или иначе, мы оба виноваты в рождении монстра. Но... Молодец. Потише. Быстрее! С дороги! Давай! Давай! Быстрее! Но! Мы на месте. Один из моих журналистов чуть не погиб, расследуя исчезновение сына. Там, впереди, в тех доках. Ждите здесь, мистер Уиверсбрук. Я принесу хорошие вести.
Сын Уиверсбрука на борту. Ага, и старшек будет доволен. Я сюда, нельзя! Видели женщину? Приказано отправлять всех на подмогу, если здесь что случится. Билли следит за тобой. Предупреди. Надо напугать одного из помощников Джека и развязать ему язык. Вот же чёрт! Трясёшься, да? Покажись! Говори уже, я тебе. Как ты дышишь? Кто-то же должен знать, что стряслось. Ты меня не надуришь. Я знаю, где ты. Не убивайте. Это все мистер Джек.
Он держит пленников в старых плавучих тюрьмах. Прошу, я всего лишь наемник. Найдите Биллингворта. Он управляет тюрьмой мистера Джека в гарнизоне, в Дептфорде. Стоит посетить Дептфорд. Как только я найду сына мистера Уиверсбрука. Шутки шутишь? Слезай давай! That's an odd place to find a woman. Is she all right, do you reckon? What's going on? I mean... Боже! Тебе конец! Это еще что? Меня.
Я тебя разорву. Большое спасибо, мисс... Фрай, меня послал ваш отец. И он щедро отблагодарит вас за смелость. Благодарить нужно вас. Вы знаете что-то, что поможет остановить потрошителя? Мои похитители зовут его мистер Джек. И я слышал про плавучие тюрьмы в Дептфорде. Меня должны были доставить туда. Спасибо. Берегите себя, мистер Уиверсбрук. Здесь все только высшего качества! Отличный выбор! До скорой встречи! Chestnuts.
На этих старых кораблях размещали преступников до отправки в колонии. Значит, это здесь Джек держит свою добычу. Посмотрим, не навестит ли Джек ценных пленников. Моя! Ловлю я! Вышибу ей мозги! Зачем ты там прячешься? Дьяволу привет! Пить его! Вот ты где! Я тебя порву! Я прицелился в него! Простите, я не приношу боли! Простите, я слишком обидел вас! Только не это! Только не это! Только не это! Что происходит? Это что происходит? Это что было? Что тут такое творится? Это что было? Yeah.
Джейкоб, это ты? Помогите. Мисс, скажите, почему я здесь? Никто мне не говорит. Это Джек! Джек-потрошитель! Клянусь, это он нас похитил! Он пытает нас и морит голодом, пока не напишем родным, чтобы слушались его, а иначе он убьет нас. Он здесь? Сколько вы не видели потрошителя? Несколько недель, но он вернется. И притащит новых бедолаг, которые будут плясать под дудку надзирателя. Джек держит их как животных. Они все умрут от холеры, если надзиратель не повесит их до того. Прошу, не бросайте нас. Главный надзиратель издевается над нами. Со мной неделями никто не говорил. А потом помощник надзирателя спросил, сколько я вешу. Нужно пробраться в главную тюрьму и найти надзирателя, пока он не повесил кого-нибудь Джеку на потеху.
что, была здесь? А ну, сюда хватай ее! Сбегай! Я до тебя доберусь! Мне это нужно! Сбегайте ее! Я целюсь! Ты пожалеешь! Поймаем! Стреляю по дырочке! За ней! Ей будет больно! Кости! Отправляйтесь на работу, ленивое отродье! Надзирателю необходим покой! Не падайте духом, господа. Вместе мы выберемся отсюда. Все без толку. Чтобы разнести двери, нужна взрывчатка. Нужно точно рассчитать вес, мягко толкнуть, а дальше сама пойдет. Так шея может растянуться сантиметров на 6-7. Еще до смерти. Какая?
Плохо дело. Разомнемся. Черт! Против всего святого! Вот же тупица! Нашел! Вот она! Это еще что? Черт! Но почему именно сейчас? Держим этих кусок.
помочь. Вам помочь каким образом? Помочь. Только кивни, если надо прикрыть ими. Это достойная работа, ясно? Важная работа. Мистер Джек это понимает. И я в этом деле, док. Весь фокус в падении. Упал слишком быстро, сломал шею. И все, труп. Скучно. Я могу растянуть тебя и на 20 сантиметров. Но если ты мертв, какой мне от этого прок? Нужно точно рассчитать вес, мягко толкнуть, а дальше все пойдет сам. Да, растяжение неплохое, но ведь это не в счет. Он мертв, так любой может. Последний-то, жирный ворчливый ублюдок, начал дурака валять, но я его на добрых полфута растянул. Все штаны обоссал и вонял, как птичный ег. Ух, жите мне. Пусть поболтается так минут 20. На вытянутой шее. Мистер Джек не любит торопиться. Пусть поболтается так минут 20. На вытянутой шее. Мистер Джек не любит торопиться. Да, растяжение неплохое, но ведь это не все. Он мертв, так любой может. Я могу растянуть тебя и на 20 сантиметров, но если ты мертв, какой мне от этого прок? Иди посмотри, в чем дело, тупица! Да, сэр. Ну? Проблема в новом вороте, сэр. Так почини, болван! Весь фокус в падении. Упал слишком быстро, сломал шею. И все, труп. Скучно. Смотри-ка, у нас тут чистюля. Думаешь, спасешь пару висельников и изменишь то, что мы делаем? Мы? А ты как думала? Это твой братик замыслил. Это его мечта. Я в это не верю. Он научил мистера Джека, как мы можем очистить этот гнилой город. Но ты не поймешь, что это на пользу. Кишка танка. Где Джек? Говори, где он.
Гори в аду вместе со своей пользой. Этот садист работал на потрошителя. Но следов Джека тут нет. Джейкоб, знаю, ты не хотел создать монстра. Но уничтожить его должны мы. От этого зависит наследие братства. Надо сообщить Эберлайну о том, что я нашла. Ей сюда нельзя! Мне нужен инспектор Эберлайн. Дело срочное. И где же он? Снова потрошитель? Где? Ладно. Спасибо вам. Стоп! Надо предупредить местных. Отправьте всех, кого можно, в старую тюрьму Халк. Его сестра-истеричка думает, что сможет поймать потрошителя, да?
Что там творится? Эту тюрьму закрыли, черт знает когда! Ну что же, давай, черт! Это сигнал. Я отрежу вам уши и пошлю вашим женам! Следите, что у нас здесь!
место. Не трать мое время. Эй, храбрый парень! Я не покупаю парочки бою. Дай! Мне подать ваши почки, сэр? Ваша жена предпочтет ваши уши или внутренности, сэр? Что ты сделал?
близко! Биллингворд – преданный последователь, в отличие от тебя. Лучше бы надзиратель повесил тебя. Было бы не так больно. Приближайся ко мне!
Я же приказал надзирателю сжечь все личные вещи. Полиция не должна найти эти улики. Никто не должен найти вещи моих гостей. А я и забыл про них. У меня еще будет время поиграть, когда закончу с мисс Фрай. Очень скоро она увидит мой шедевр, и тогда придет ко мне. Я так жду воссоединения семьи.
Хоп-хоп! Ну, пошла! Хорошая девочка. Давай, пошла. Погоди, я только топор заточу! Тебе сюда нельзя! У тебя проблемы! Акт о смертной казни получил королевскую санкцию! Тебе личко подпортить! Будущие казни пройдут за стенами тюрьмы! Первая казнь... Тебе конец! Ну что же, давай, попробуй! Убейте ее! Так, девочка! Тише! Режь ее! Thank you.
Спокойно. Тихо! Быстрее! Тихо, тихо! Заходите посмотреть, что у меня сегодня. Отличный выбор! There was even a bloody poem written about us! Oh. I'm thinking I might run off and join a traveling show in France. Тварь. Ты чудовище! Эй, вам сюда нельзя! Иви, возьмите себя в руки! Вон, вон, ну же! Кто она? Расскажите мне! Рассказать? С какой стати? Я представитель закона, а не член вашей тайной организации! Послушайте, Джейкоб знает! Нет, вы послушайте. Я больше не могу вас покрывать. Улики указывают на Джейкоба, на орден, на вас! Вам надо найти потрошителя и поскорее, иначе, опасаюсь, мои люди вас арестуют вместо него. Я найду его, чего бы это ни стоило. Пока что самая молодая падшая женщина. Ей было 25. Мисс Келли нашли мертвую в 10. У нее нет органов, сердца, достоинства. Хотел, чтобы я побыла на ее месте. Почувствовала тот же ужас. Боль женщин делает тебя мужчиной, Джек. Много крови. Отсюда я не могу понять, что это значит. Что это? Похоже, Джек оставил это для меня. Мой вам подарок, мисс Фрай, и не последний, если не начнете слушаться. Следуйте за кровью в Зазеркалье. Я должна вернуться на места первых преступлений.
Я сделаю, как ты хочешь, а потом найду тебя и отправлю в твой личный ад. Что удалось найти? Сообщение. Для меня. Он хочет, чтобы я нашла его, инспектор. Надо вернуться на первые места его преступлений. Держите себя в руках, мисс Фрай. Потерять еще и вас. Если я умру, инспектор, потрошитель тоже умрет. Энни Чепмен убили рядом с кладбищем в Уайт-Чепеле. Надо припугнуть их, иначе не смогу провести расследование. Тут дрались. Черт возьми, что тут такое творится? Здесь Джек вырвал сердце из груди мисс Чепмен, второй жертвы его безумия. Он отрезал ей палец. Так где же кольцо? Куда он ведет?
Черт, еще одно кольцо. Ее кольцо ассасина где-то тут. Джек хотел, чтобы я их нашла. Ваше кредо не смогло защитить нас. Это послание для моего брата. Кэтрин Эдлс убили на площади недалеко от железной дороги. Между прочим, главе комитета бдительности прислали половину почки бедняжки мисс Эдоус еще давным-давно. А потрошитель на свободе? Кто его поймает? Что делает полиция, чтобы защитить жителей Уайт-Чепела от этого... Нужно идти по следу. Куда он ведет? Чудовище! Ты убил всех ассасинов, которых мой брат отправил на борьбу с твоим безумным кредо.
Еще брызги крови. Брызги крови. Здесь погибла мисс Эдоус. Джек унизил и обесчестил ее. Он хотел наказать моего брата. Следы борьбы. Много крови. Мне надо найти, где Джек убил другую жертву. Ее кольцо ассасина где-то тут. Джек оставил ее кольцо где-то тут. Ее кольцо ассасина где-то тут. Ее кольцо ассасина где-то тут. Два кольца ассасинов. Здесь Джек убил двух женщин, учениц Джейкоба. Сколько погибнет, прежде чем ты узришь правду? По скриптум, твой брат не слушал и получил двойной урок. Кредо не спасло их, как не спасло мою мать. Джек жил здесь в детстве со своей матерью. Сюда он вел меня. Для Джека убийство — только смерть его матери. Что это за место? Тут потрошитель никого не убил. Что?
Я родился тут. Выжил в лечебнице, учился у лучшего. Но он предал меня. Давай посмотрим, чё кредо лучше. Беги к Джейкобу! Беги, Джек, Джек, Джек! В день, когда убили мать Джека, на свет появился потрошитель. И он винит моего брата и кредо в ее смерти. Что со мной такое? Я хочу сказать спасибо. Предательство Джейкоба вынудило меня действовать, а твое промедление вдохновило сегодняшний шедевр. Он влез не в голову. Где был Джейкоб, когда люди Старрика убили мою мать? Где он был, когда меня заперли в лечебнице? Иди сюда, чудовище! Я что, теряю рассудок? Ваше кредо не смогло защитить нас. Ведь это мертвое кредо. Нет, прошу, прошу! Лечебница. В Ламбите. Джек ведет меня в Зазеркалье.
Бежишь от меня? То-то же. Иди подвигай отсюда, не то я подвину. А не проучить ли мне тебя как следует? Пока я тебя не покалечил. Я не хочу тратить на тебя время. Двигай давай. Всего святого! Вот же тупица! Если я здесь... Редкие вещи! Надеюсь, вам все понравилось. Здесь все только высшего... Don't you get fresh with me? Вот доберусь до тебя, ты к обручу. Уходи и не пути себе тень. А теперь нужно избавиться от улик. Навещу-ка, пожалуй, своего врача. Пришло время сестре Уитни заплатить за мои страдания. Да.
У нас чужаки! Вон там! Тревога! Тревога! Поймай его! Сестра Уитни будет просить пощады, как когда-то просил я. Эй, куда собрался? Давай, кричи. Покажу доктору Арчеру, какой я хирург. Мистер Брэдфорд с радостью поможет уничтожить свидетельство моего пребывания здесь. Полиция не должна узнать, что я был пациентом. Где же найти заведующего этим бедламом? Ты еще кто? Я потрошитель! Никто не должен узнать, что меня держали тут. Подготовлюсь к прибытию, мисс Фрай. Выпустим сумасшедших погулять.
Вместе веселее. Решил вернуться, Джек? Мой брат спас тебя отсюда, сделал одним из нас. Я не должна выдать себя. Да и полицейских лучше не трогать. Всех пропавших пациентов нашли. Ха. Хочешь узнать, не объявились ли в городе новые маньяки? Пожалуй, спрячусь за деревьями. Мало ли что. Пожалуй, спрячусь за деревьями. Unlawful intimidation and obstruction.
Дальше. Как же я ошибся? Все умрем рано или поздно. Решил вернуться, Джек? Мой брат спас тебя отсюда. Я не должна выдать себя. Да и полицейских лучше не трогать. Кровавый след идет дальше. Huh!
Сюда кто-то проник! Опять его игры. Где-то здесь есть послание. Здесь, Пастор! Да!
Приз тебе понравится, но за ним надо спуститься в бездну. Подвал. Там находится последняя ловушка Джека. Джейкоб? Добро пожаловать, мисс Фрай! Этот мир болен, мисс. Попробуй что-то еще. Не смеши меня. Ничего не выйдет. Не поможет, нужен другой подход. Жалкая попытка. Думаешь, так меня убить? Ничего не выйдет. Этот мир болен, мисс Фрай. И наше кредо ослабло. Но я пришел. Я выпотрошу этот город. Вырву из него все болезни, всю гниль и все дерьмо. Нам пора очиститься. Так я ничего не добьюсь. Надо застать его врасплох. Нам пора очиститься. Ассасины должны взять власть в свои руки. Настало мое время. С Джейкобом покончено, и тебе предстоит сделать выбор. Люди должны нас бояться, и ты это знаешь. Я оценил твои пугающие трюки. Ты такая же, как я. Ты видишь правду, которую не разглядел твой брат? Разве мы с тобой не похожи? Я лик настоящего кредо. Ты со мной? Или я выну твои потроха и отправлю их уважаемому инспектору? Эй, Джейкоб, твоя сестренка готова сдохнуть за тебя. Прячетесь в тенях, мисс Фрай. Я выпотрошу ее, как всех остальных, и каждый увидит ее трепуху. Для тебя, Джейкоб! Я вас обоих выпотрошу, и это будет моя величайшая работа! Сестренка будет последней жертвой твоего жалкого кредо. Слышишь, Джейкоб? Иви умрет, и ее забудут, как и тебя, и твое никчемное кредо. Джейкоб тоже думал, что спрячется. Давай, сестренка, иди к Джеку. Хватит играть, я теряю терпение.
Любите кошки-мышки, мисс Фрай? Не смеши меня. Я выну ее внутренности и брошу к твоим ногам, чтобы ты понял свою вину, Джейкоб. Какие же вы трусы, близняшки. Считаешь, от меня можно спрятаться? Прячешься? Братишка научил меня всем вашим трюкам, ассасин. Прячетесь в тенях? Попробуй что-то еще. Этот мир болен, мисс Фрай. И наше кредо ослабло. Но я пришел. Я выпотрошу этот город. Вырву из него все болезни, всю гниль и все дерьмо. Нам пора очиститься. Ассасины должны взять власть в свои руки. Джейкоб тоже думал, что спрячется. Прячешься? Братишка научил меня всем вашим трюкам, ассасин. Любите кошки-мышки, мисс Фрай? Настало мое время. Думаешь, так меня убить? Настало мое время. С Джейкобом покончено, и тебе предстоит сделать выбор. Люди должны нас бояться, и ты это знаешь. Я оценил твои пугающие трюки. Ты такая же, как я. Ты видишь правду, которую не разглядел твой брат? Разве мы с тобой не похожи? Прячешься? Братишка научил меня всем вашим трюкам, ассасин. Прячетесь в тенях, мисс Фрай? Джейкоб тоже думал, что спрячется. Считаешь, от меня можно спрятаться? Что? Потрошитель бессмертия! Она думает, вы безумны! Освободитесь! Убейте ее! Я знаю, ты винишь Джейкоба в смерти матери, но ничто не оправдает того, что сделал ты. Джейкоб был тебе как отец, Джек. Ты предал его доверие, предал кредо. Господи! Ну что же ты, ассасин? Этим агнцам пора на бойню! Вы слабые ассасины! Боже! Пережиток прошлого, как и ваше хваленое кредо! Я не чудовище! Тебе не сделать из меня чудовище! Что? Что происходит?
Что? Что происходит? Тебе не сделать из меня чудовище! Мы с тобой одинаковые. О, Джек. Да, ты был ассасином, но мы с тобой разные. И потому твои воспоминания должны умереть. Покойся с миром, Джек. Ты и твои безумные приспешники. Джейкоб. Боже, Иви. Ничего, инспектор. Совсем ничего. Поверьте, потрошитель мертв. Инспектор! Помогите, Фредерик. Никто не должен знать, что Джек был ассасином. Уберите отсюда этих стервятников, вам ясно? Все закончилось. Я тут.